Так, еще раз всех приветствую. Вашему вниманию представляют акустические колонки Denon SC, наверное, R55. Значит, основное, что сейчас покажу внешний вид колонки на продажу. Есть вопросы к внешнему виду, к состоянию колонок. Динамики все рабочие, за исключением твердоватости, может быть, подвеса все-таки. Времени нет заниматься, то есть подвесик либо обработать, чтобы он мягким стал. Ну, он как бы вот здесь посередине более-менее нормальный, но как бы такой уже. То есть как бы динамик-то все, он не совсем прям дубовый, да? Но думаю, что все-таки он твердоватый. Вот, значит, давайте немножко о колонках. Колонки все-таки у нас, по-моему, на вид их даже и нет. Попадаются очень редко, хотя Denon-ы у нас любят. Я так понимаю, что это предшественники. То есть у нас очень популярны R88. Вот, R88, да? А это предшественники R55. R55, 87 год, 33 тысячи йен за одну единицу. То есть 66 тысяч йен за пару они продавались. Не буду долго. Можно почитать в Херитадже о них. Самое основное. НЧ-шка у нас 22, 22 сантиметра, середина 8. И купольный у нас высокочастотник 1,6 сантиметра. Шестиомный, максималка 150 ватт. Значит, чувствительность 90 дБ. Выход, ну, звуковое давление, да. Не очень прям чувствительный, но в целом нормально. Вес одной колонки 13,5 килограмм. Вот ширина, высота, глубина, пожалуйста. 45 герц. 45 килогерц. Характеристики. Вот такой вот корпус. Значит, технически рассказал внешний вид. То есть корзины, я так понимаю, ну, окрашены, как бы, скорее всего, золотистый цвет. Лицевая сторона неплохая. Все в целом хорошо. Надписи все есть у нас, да. Вот. Основные претензии, соответственно, по корпусам, да. То есть, ну, понятно, какие-то царапинки, потертости, еще что-то, да. Но основное, это, конечно, вот задние части. Они, конечно, уже облупились. Да, колоночки фазоинверторные, вот смотрите. Зажимчики идут на колонках. Задняя часть у них такая, конечно, немножко, то есть, так скажем, пострадавшая. Шпон уже отходит, да, то есть уголки уже покоцаны. То есть в основном вот задняя часть, она вот нижняя часть пострадала. Попросили продать динамики, ну, колонки. Вот, то есть лицевая-то неплохая, а вот задние и нижние части, вот шпон отходит. Видите, здесь там уже ДСП-шечка у нас пооблупилась. Здесь вот я не знаю, что это такое у них. Вот так вот в целом задние части выглядят. Ну, здесь какие-то вот царапинки, да. То есть вот такая вот основные претензии к задним частям. Немножко уже подизносились, подразваливаются. Понятно, что есть колонки в лучшем состоянии, но продаваться они будут с учетом данного.
То есть, знаете, на мой бы, я бы, может быть, поменял бы подвесы, поставил бы ППУшки, чтобы все-таки баса немножко не хватает, чтобы баса было побольше. Тем более колонки фазоинверторные, отдача у них хорошая, но чувствуется, что немножко уже подвесик. Он ход-то есть, но как бы он, видимо, совсем слабенький. Здесь все-таки для такого размерчика нужен более хороший, эластичный, мягкий подвесик. Высокий, средний, все работает, на, то есть по работе динамиков вопросов нет. Вот. Есть только вопросы к внешнему виду и к подвесам. Я бы, знаете, со своей стороны, кому-нибудь там, если на дачу, все-таки это 87-й год, Деноны известные, да, я бы со своей стороны поменял бы подвес и поставил бы их так, как есть, и все бы. И ничего бы с корпусами, возможно, бы даже не делал бы. Сетки у нас с вами есть, сетки, причем достаточно хорошие. Вот одна без дырок, без всего, я смотрю. Вот так вот они выглядят. Сейчас одену. Вот вторая. То есть сетки вообще прям отличные, шикарные. Сейчас поставим. Вот так они выглядят. О, издалека вообще можно вот так вот поставить их. Все, подвес только поменять. Вот так они выглядят в сетках. Сетки шикарные. То есть, несмотря ни на что, видимо, сетки не использовались и хранились где-то отдельно. Без затяжек, без дырок сетки у нас присутствуют. А, ну вот здесь вот маленькая вот, и то ее особо не видно, дырочка. Надписи все сохранены. Вот такая вот акустика. Сейчас немножко еще послушаем, долго не будем. На продажу выставляться будут, соответственно, дешевле, чем, наверное, если бы они были хорошие. Сейчас что-нибудь найдем. Не буду там что-то суперсерьезное искать. Давайте просто. Звук такой нейтральный. Опять же, я не поклонник Денонов. Я поклонник Ямах. Вот. Достаточно ярко выраженная середина у этой акустики. Вот. Но опять же говорю, что если бы были поменены подвесы, возможно, что-то у меня бы поменялось в моем мнении. Середина верха разборчивые, достаточно они детальные, но такие то есть больше посередине, наверное, они отрабатывают. Давайте вот это послушаем. Сейчас на этом. А сейчас вроде нормально басов. Ну, от композиции, видимо. Извиняюсь, самолет. Быстренько сейчас пробежимся, что найду. Что-то у нас совсем не идет, да? Thank you.
Так, ну что ж, ладно, долго не будем. Вот такая вот акустика на продажу со скидкой. Всем спасибо, всем пока.